Так, друзья, всем привет! Перед началом просмотра видеоролика нашего хочу вас попроситься подписаться на наш канал, ставить комментарии. Самые актуальные темы мы будем рассматривать в следующих видео. У кого возникнут вопросы по программе, что-то мы упустили из программы, либо вас интересует настройка, ниже будут наши данные все. Facebook, страница, подписывайтесь, Instagram. Также указан наш номер, к которому прикреплен Viber, Telegram, WhatsApp. Если вас интересует настройка, либо какие-то моменты по настройке грузовых программ, обращайтесь. То есть звоните, пишите, либо же аспекты какие-то не были в программе озвучены. Также можете позвонить, я вам более детально расскажу по программе, что нужно настроить, что нужно включить и отключить. И также дистанционно не забывайте, я устанавливаю программы, кому нужно, обращайтесь. Главное — наличие интернета. Устанавливаем все грузовые, которые сейчас актуальны на данный момент. Все, всем приятного просмотра. Также, ребята, смотрите, ваши лайки и комменты под нашим каналом помогут этот ролик увидеть большему количеству водителей, то есть ваших коллег, которым данный ролик будет полезен в пути. Поэтому обязательно ставьте лайки, комментируйте, это поможет продвижению. Да, и то есть и мы будем дальше выставлять лайфхаки, какие-то очень полезные информативные ролики, которые помогут водителям грузового транспорта во всех аспектах. Всем привет! Сегодня у нас будет видеоролик о нас в программе GoF Pre-Managed, самой актуальной программы на данный момент. То есть, как найти промзоны по маршруту, души по маршруту, точки интереса. То есть, это все сегодня в ролике разберем. Магазин с возможностью подъехать для грузовых, душ бесплатный и так далее. Давайте, прежде чем начнем, расскажу вам о том, что мы напомним. Дистанционно сможем вам установить программу в любой точке мира. От вас главное — наличие интернета. Можем установить программу iGov NetGen. Вот видим скин Bipongo, самый актуальный скин. Можем установить iGov Prima, программа, которую все привыкли. Вот ее меню, MyWay. Это программа, которая с Android навигаторов перебазировалась, с Windows навигаторов перебазировалась в Android планшета. Поправочка. Поэтому здесь интуитивно понятное меню, все знают, большой шрифт, то есть ничего сложного нет. Вот те, кто говорят, что вот новая, она более функциональная, и поэтому там больше возможностей, она более стала по меню немножко сложнее, мне просто нужно разобраться. Cjig Track. Потерян сигнал GPS. Cjig Track. Вот программа, кому нужно, также устанавливаем. Ну и TomTom тоже, кому нужно установить TomTom. Также устанавливаем. Пожалуйста, обращайтесь. Для того, чтобы я мог дистанционно вам установить программу, вам просто нужно из Play Market загрузить программу TeamViewer Quick Support. Те, кто обращается, я ссылки на эту программу сразу высылаю, и вы по прямой ссылке скачиваете из Play Market. Ну, давайте теперь приступим к нашей программе, посмотрим, как можно найти те объекты, которые нам интересны, точки интереса. Так, смотрим. Вот у нас открылась наша программа. У нас на карте есть объекты, да, показывают, то есть заправки, магазины, камеры видим, паркинги, это все будет отображать. Теперь у нас сейчас маршрут, карта без маршрута. Здесь у нас, давайте, чтобы было больше функций, мы простроим себе маршрут куда-то. Нажимаем меню, новый маршрут. Давайте еще раз. Вот эта кнопка нижняя. Вот эта кнопка, где батарея, это кнопка меню. Меню, новый маршрут нажимаем. И вот здесь у нас первых три, это история. Вот здесь адреса. Нажимаем. А по поводу языков, прежде чем начнем. Здесь есть как и русский, так и украинский язык. Кому какой удобно. И сопровождение также супровид. Украинскую або российскую. По английскую, польскую. Под любой язык можно программу настроить. Теперь давайте, страна у нас ведем куда-то бы дальше. Германия, такая проходящая. Италия, Франция, вот такого плана. Берлин, пускай будет. Город, улица, номер дома, перейти к городу. Нажимаем теперь по центру у нас. Вот видим у нас, там спрашивали по камере, за камерой по Германии. Вот они все отображаются. Можем приблизить, посмотреть. Вот Aldi магазин, Aldi, Lidl, Бедренка, Польша, это все будет отображаться. Выбрать пунктом назначения нажимаем
И вот здесь параметры под грузовой автомобиль мы подтверждаем. Ну, в данном случае под европеец настроены. Длина, ширина, еще раз давайте, длина, ширина, высота оси тоннаж. И груз по ДРУ, если кто-то возит, тоже можно выбрать. Не горючие, горючие, самозаймыстие, радиоактивные вещества. Вот тоже можем, если нам нужно, какой-то ставим галочку. Если не везем, обязательно галочка должна быть включена. Ну и также по параметрам. Если вам длина нужна меньше, 17, берем и редактируем. Нажимаем ОК. Параметры мы под грузовой свой профиль настроили. Нажимаем так. И вот сейчас видим, нас программа от нашего местоположения проложит маршрут в Германию, в Берлин. И мы посмотрим паркинги, разберемся с кнопками на карте, которые будут. Давайте так, реклама, пока у нас загружается. Кому нужны планшеты, готовые под навигацию для работы дальнобоем в Европе, мы это все уже делаем под ключ. Вот на данный момент у нас на обзоре вот такой вот Samsung, да, обзор программы на Samsung делаем. Galaxy Tab A7 Lite. Именно эта версия 4.64 Wi-Fi. Есть еще с LTE версии. Есть 4.64 с LTE, то есть звонить можно и без LTE. И есть же 3.32, как с Wi-Fi, так и с LTE. То есть кому нужно подключить готовые планшеты с навигацией, мы устанавливаем на них iGov Prima, iGov NetGen, CJack Track по запросу TomTom, кому нужно. То есть и CAMSAM Plus, это антирадар у вас будет установлен. Там сможете виджет запускать, и у вас будет параллельно работать с программой. Вот у нас программа проложила маршрут. Вот здесь справа у нас информация по маршруту появилась, кнопка, и альтернативы, то есть еще предлагаемые варианты. Нажимаем на альтернативы, и нам программа сейчас проложит второй и так далее. Давайте закрою приложение, те, которые мы пока не пользуемся, чтобы они нам процессор так оперативно, вот так вот. И заходим в нашу iGov Prima. Так, выбираем второй и видим, что у нас программа, маршрут, видите, ниже, через, уже у нас через Львов повела. Львов, Жешов и так дальше, Краков. Так, есть, выбрали тот вариант, который нам подходит, нажали выбрать. Все, и у нас программа будет следовать данному маршруту. Всегда смотрим, через какие населенные, через какие границы нас программа ведет. И вот мы перешли в наше рабочее окно, да, кабине называется. Вот здесь у нас будет сейчас компас, когда мы поедем, у нас будет первый и последующий маневр. Вот здесь у нас шкала пройденного маршрута, вот здесь будет заполняться, когда будет двигаться. Вот здесь у нас время, километраж ваш будет, то есть ваша скорость. Вы поедете, значение будет меняться. Вот здесь оставшееся время, время прибытия и километраж. Вот здесь на какой улице мы находимся. И идем дальше. Дальше у нас вот эти вот дополнительные кнопки справа. Начнем с вот этого столбика, где их три, да, меньше. Грузовик простой, короткий, можно малевничий, по автомагистрали, без автомагистрали, звисты и экологические. Но мы рекомендуем всегда простой, чтобы ничего с маршрута не программа не упускала. Вот здесь вот также инновации подписали кнопки координаты. Видим, вот здесь грузовик простой, вот здесь координаты подписаны. Нажимаем и вводим те координаты, которые нам нужны. Да? Окей, север, юг и запад, восток. Ну вот, поставили в данном случае наши координаты. Выбрать промежуточным путем, либо конечным. Возвращаемся назад, с координатами мы также разобрались, освоили их. Теперь вот есть альтернатива, вот то, что мы когда пролаживали маршрут, только здесь вот сразу. Первый, второй, поэтому здесь мы не будем, вы просто какой нужен вам маршрут, вы тут выбрали, останавливаться на этом моменте. Теперь идем, вот здесь где дата, время, ниже идет 3D, 2D, либо 2D равнение на север. Дальше, вот это вот машинки и раздача. Это у нас дорожный трафик. Вот эта программа при подключении к интернету будет показывать пробки, ремонт дорог и погоду может. Если интернета нет, она работает абсолютно автономно. То есть некоторые спрашивают,
Она проложит маршруты с помощью GPS-модуля вашего встроенного. То есть просто, когда есть интернет, мы можем пользоваться онлайн-сервисами. Когда нет, у нас программа просто проложит без учета пробок. Думаю, это всем понятно. И вот, когда мы нажали на вот эту клавишу, там, где наши, можем TMC под D, вот наши, да, и вот показывают участок, где затруднено движение. Вот. Затор средняя скорость 10 км. То есть просматривать, где у нас вот эти участки. Если будет по пути, то вот здесь будет по пути показывать. Ну, либо вот карта, да, где у нас более загруженные, где менее. Там, где красный, вот, цвет. Это значит, здесь вот загруженность большая. Видим, да? Вот. Желтый меньше, и зеленый вполне приемлемо. Так, поэтому вот этой клавишей тоже вам нужно пользуйтесь. Дальше идем. Вот эта кнопка самая интересная. Точки интереса, да? Под вот эту кнопку мы можем подвязать те объекты, которые именно определенному человеку индивидуально нужны. Например, я пользуюсь там определенными фирмой заправок. Либо там магазины определенные мне нужны. Там. Что нам, когда мы нажимаем на нее, что высвечивается? Когда мы нажали, у нас будут те объекты, которые мы добавили в эту кнопку. Ну, пока они прогружаются, нажать и держать, у нас тогда вот такое вот налаштование будет этой таблицы, настройки этой таблицы. И вот смотрите, чуть-чуть ниже у нас будет список категорий POI, такая надпись. Это то, что подвязано вот под эту кнопку. Нажимаем сюда и смотрим. Паркинги кировские. Вот здесь Aldi, Lidl у нас в магазине. Бесплатная стоянка. Место в промышленной зоне. Стоянка рядом с озером. Продуктовый супермаркет. Стиральная машина. Бесплатный душ. Зона отдыха и платная стоянка. Смотрите, в программе есть два вида парковок, да, первое это от самих разработчиков, и второе от группы Facebook точки интереса, которые интегрировали их в программу. Вот рекомендую это приложение точки интереса, скачивайте, там очень много полезного для водителей. И вот мы под эту кнопку то, что нам нужно, подвязали. И вот здесь у нас чуть ниже вот вид Стань-Пошуку, 50 километров на маршруте, мы можем по маршруту, и вот здесь регулировать, сколько нам нужно. Ну, например, 20 километров по маршруту. Вот по маршруту 20 километров, если есть объекты, эти вас будет программа показывать. Нажали на данную клавишу. И вот видим. Место відпочинку у нас отобразилось все. Вот. Если нажмем, у нас покажет на карте, где... Ну, здесь я выбрал, что мы следовали к этой точке. Вот видите, промежуточный желтый. То есть я выбрал промежуточным пунктом ее. Это место відпочинку. У нас программа сперва место відпочинку, а потом уже на Германию, на Берлин проложит маршрут. Так, нажимаем назад. Еще раз назад. Так, еще раз назад. Есть, отлично. Ну, например, вот магазин с возможностью подъехать для грузовых. Нажимаем на данную точку. И нам на карте показывает, где вот этот объект находится. Вот у нас находится. Мы можем отдалить карту. Вот так вот отдаляем карту. Еще немного отдаляем. Вот камеры у нас показывает. Еще немного отдаляем. И также вот эти точки интереса, которые от издателей этой группы точки интереса, можно смотреть описание от других пользователей. Здесь мы нажимаем стрелочку вверх. В правом верхнем углу. И нажимаем детальная информация. Нажимаем информация. Вот здесь координаты. И вот описание. Андрей Балаба. Супермаркет. На шпильке можно стать. Три грузовика. То есть примерно трем грузовикам можно стать. Так, давайте теперь дальше. С вот этой точкой, кнопкой точки интереса мы разобрались. Как добавлять то, что нам нужно. Если есть такие объекты, ну это мы просто нажали, а нам нужно нажать и держать вот так вот, которые вам не нужны, да, вот здесь список категорий POI, вот он. Вы просто, ну, например, нам не нужны, там, не знаю, платная стоянка не нужна, нажимаем на мусорный бак и удаляем ее.
Все. А если нам нужно добавить, да, какую-то здесь, мы нажимаем додаты. Только сейчас мы очистим, потому что много уже точек, а там определенное количество. Так, еще раз. Мы сейчас вот здесь удалим все. И я вам покажу, как можно добавить. Так, сейчас выйдем отсюда. 20 километров. Так. Фильтр. И у нас здесь немножко ниже. Вот список категорий поя. Добавить. Выбрать. Вот здесь у нас все категории открылись, которые мы можем подвязать под эту кнопку, да? То есть индустриальные зоны, газовые заправки, фирмы, кому нужно, паркинги тировские, идем ниже еще. Вот точки интереса Каденс. От компании точки интереса. Заходим сюда и выбираем точки интереса, либо паркинг ЛКВ. И вот у нас перечень паркингов. Автокофы, бесплатная стоянка, место в промышленной зоне, платная стоянка и стоянка рядом с озером. И мы те объекты, которые надо, нажимаем галочку, да, например, вот место в промышленной зоне и бесплатная стоянка. Ну и автохов. Давайте заодно. Есть. Нажимаем выбрать вот здесь по центру. И вот видите, вот здесь они у нас добавились, автохофы. И теперь, когда мы нажимаем кнопку точки интереса в кабине, у нас вот эти места вот будут отображаться. Ну, давайте, например, добавить. Еще возьмем так, немножко ниже. Точки интереса, вот. Точки интереса Каденс. Вот здесь мы можем, мы здесь были. Следующая категория заправки. Танпул 24, Одесса с 24. Кому нужно, ставить галочки. Если не нужно, выбираем. И точки интереса. Здесь у нас автомойка, барахолка, бесплатный душ, например, нам нужно. Закупка поддонов, заправка баллона, мобильный оператор, недорогой отель. Неприятность, это там, где тенты режут, либо солярку сливают. Продуктовый супермаркет с возможностью подъехать, да. Стиральная машина, шиномонтаж, экскурсия. Выбираем. Видите, у нас добавилось после автохофа бесплатный душ, продуктовый супермаркет и стиральная машина. Добавить. Ну, все, мы добавили. Возвращаемся назад. Назад. И вот по маршруту 20 километров. У нас нажимаем на эту точку. Кнопку, да, точки интереса. И у нас сейчас откроется перечень вот тех, сейчас он пересчитает, перечень тех точек, которые мы добавили. Пока у нас пересчитывают, давайте дальше. Мои места. Места, да, мои места нажимаем. Вот здесь будут ваши избранные, все, которые вы добавляете себе на карту. Чтобы их добавить, вот у вас есть плюсик. Приехали вы на паркинг, стали вот сейчас вы на паркинге, нажали плюсик вот здесь в избранное, чтобы уже не водить, а к нему сразу, если нужно, пролаживать маршрут. Вот, есть, добавила у нас такая полупрозрачная, видите, звездочка появилась, избранная. И когда нам нужно будет к этому месту, вот он. У нас по дате, времени будет и город, и район. Выбрали, и вот на карте показывают, где эта точка сохраненная, которую мы выбрали. Так. Ну, вот теперь точки интереса у нас. Смотрим. Ну, пускай просчитывает. Вот, видите, все открылось у нас теперь. Мы изменили, он прочитался, старый убрал. Вот у нас паркинг бесплатный, парковка, магазин с возможностью подъехать. Нажимаем, например, на вот этот вот паркинг. Видим, где показывает. Правую нижнюю ссылочка вверх и детальная информация. Это других пользователей. Здесь мы видим, где находится точка, координаты ее. Нажимаем на информацию и вот здесь. Стоянка возле Ашана. Большая стоянка для грузовиков с удобствами, туалет в супермаркете также имеется. То есть всегда читайте информацию о точках. Теперь идем дальше. Вот эти избранные, да, мы добавили, мы хотим переименовать, да, эту точку, назвать ее своей. Мы заходим в меню, кнопка, новый маршрут. И вот здесь у нас будут сбережены места, сохраненные места. Нажимаем. И вот здесь вот она, наша точка. Нажимаем «Изменить». Вот здесь переименовать. И пишем то, как нам нужно. Например, паркинг, да? Там. На русский переключили клавиатуру. Немножко ниже. Так, русский язык. Паркинг. Например, Днепр. А вы как хотите себе, чтобы именно вы и знали. Видим, есть
Нажали на нее. Сейчас только готово. Есть. Нажали на нее. Видите, вас будет показывать, где это находится. Точка. Адрес. Ну и нам теперь не надо. Мы удаляем. Да. Удаляем. Все. Идем дальше теперь. Кнопки в кабине. Вот у вас место стоянки. Грузовик, стрелочка, паркинг. Нажимаем. И у вас парковки будут для грузовых по вашему маршруту. Прорисованной. То есть нажали вот эту клавишу, и вас по маршруту, вот видим сейчас, у вас маршрут прорисует, и паркинги отобразит. Их здесь много, поэтому вот эта модель хорошая, планшет, здесь хороший процессор, достаточное количество оперативки. Данная модель водителям очень нравится, Galaxy Tab A7 именно. То есть по спутникам вообще вопросов нет, всегда, вот даже мы сейчас в помещении знаем, что GPS у нас не ловит, а планшет он всегда находит, хороший у него модуль стоит. Хорошая матрица экрана. Это так, на правах рекламы. И вот наши паркинги для грузовых, видите, по маршруту всему отобразились. Идем дальше теперь. Автозаправка. Тот же самый принцип, как и у парковок для грузовых. И у нас перечень вот заправок наших. Выбрали. Ближайшее, дальше. Вот показывают, где там будет. У нас есть несколько методов, да, просмотра этих. На маршруте, потом вблизи, в пункте назначения и в пункте, в населенном пункте, да, определенном. Так, назад. Ну и теперь давайте меню откроем. Меню. Вот здесь у нас есть новый маршрут. Добавить промежуточный пункт, объезды и варианты. Данные про маршрут, удалить маршрут. Планировщик, когда по точкам себе ставим. Вот полезная информация, да, здесь про страну, какая там скорость, что нужно иметь. Например, про Австралию, да, автомагистрали, какая скорость за городом и так дальше. И телефонный код страны. Так, идем дальше теперь с вами. Меню нажимаем, главная клавиша. Ну, здесь настройки программы, о программе, выход и расширение настройки. Нас интересует по точкам. Есть вопросы, да, как себе проложить самому маршрут. Нажимаем планировщик маршрута. Есть наше положение в данный момент, где мы находимся. И всегда конечная Рим, Италия, куда нам нужно прибыть. Мы между этими пунктами, между нашим и Римом, ставим промежуточный пункт. И выбираем Лодзь, Польша, например. Вот у меня в истории есть. И смотрите, выбрать промежуточным пунктом. Нажимаем. И программа, видите, у нас наше местоположение Лодзь, Польша, и потом Рим, Италия. Вот этих точек промежуточных вы можно сколько угодно себе поставить на карте. Рассчитать маршрут, параметры подтверждаем. И вот нам программа просчитывает маршрут. Так, теперь смотрите, вот у нас на карте появился желтый флажок. У нас программа просчитывает маршрут сперва к промежуточному пункту. Вот сейчас мы посмотрим обзор меню, обзор маршрута. Нажимаем. Сперва программа просчитывает к промежуточному пункту, вот он у нас, а потом уже конечная Италия отрисовывает на карте. То есть вот этих пунктов мы сколько нужно, столько нам поставить на карте, столько и ставим. Так, возвращаемся назад. Меню. Тут удалить промежуточный пункт, только промежуточный. Так, теперь смотрите дальше. Меню. Новый маршрут. Нам нужно найти душ. Либо магазин. Только все отобразите на карте, да? Не как мы определенные смотрели с вами. Нажимаем на места. Вот здесь есть у нас клавиша. И теперь вверху по за назвой, либо категории. И вот здесь на маршруте все наши места. Нажимаем точки интереса, например, точки интереса, заправка баллона, мобильный оператор, ну, например, заправка баллона по маршруту. Ну, здесь у нас нету супермаркет. Вот супермаркеты у нас есть по маршруту. Смотрите. Показать все на карте. Смотрите, и у нас все магазины именно покажут по нашему маршруту, чтобы мы, да, не там ближайший первый искали там где-то на карте. А именно по маршруту. Сейчас у нас программа прорисовывает маршрут в Италию. Мы видим у нас на маршруте, видите, все по маршруту, все продуктовые магазины. С возможностью подъехать прорисовал. Так.
Идем дальше. Здесь что нужно, так же само по маршруту все можно найти. Так, и еще раз назад. Программа считает. Так, есть. Ну и так же само нам, если нужно немножко ниже найти, вот вантажика есть. Здесь у нас подкатегория заправка, зона отдыха, зупинка для вантажевок. Вот, зупинка для вантажевок. И здесь по фирмам, видите. Выбрали то, которое вам надо. Shell, например. И у вас перечень будет, если они есть на карте. Либо же, если ниже мы еще спустимся, здесь есть категория парковок. И вот здесь зона ветпечинку, здесь их самое больше в этой категории. И вот нам перечень наших зон отдыха. Нажимаем. И вот видим по маршруту. Также мы можем их все отобразить на карте. Но здесь точки интереса только можно. Данные у нас... А, у нас еще идет поиск. Вот, а теперь мы можем все показать на карте. И смотрите, у нас теперь все вот эти точки программа покажет на карте. Прогружает. И смотрим. Видите, все наши точки интереса мисса Ветпочинка на карте отобразила. Так, есть. Здесь разобрались. В принципе, во всех моментах. Если нужны координаты, вот история, вот тоже ниже координаты, но они у нас вынесены на главный стол. Вот они. Поэтому программа у вас будет, вот у нас симуляция есть, вот это вам не нужно запоминать. Это просто показываю, как у вас будет вести программа, вот как в реальном времени, да. Пролаживает маршрут программу. Нажимаем вот эту правую нижнюю. Моделирование. На наступному повороті поверніть праворуч. І от поверніть на другому повороті праворуч. Видимо, програма нам уже маршрути симулирует, как реально. На наступному повороті поверніть праворуч. Так, нажимаем стоп. Крестик, так, назад. И на этом мы удаляем с вами маршрут, удалить маршрут, и выходим из программы. Выход. Ну, давайте я вам еще новые функции, да, покажу, которые здесь добавлены. Вот у нас Комсом Плюс есть программа, это антирадар. У вас в программе будет 90% где-то камеры радаров. Вот этот Комсом Плюс, когда вы интернет раздаете на ваше устройство, она параллельно будет работать с iGov вот таким методом. У iGov офлайн камеры радары. А вот здесь вы себе видите, куда вам удобно поставили. И когда будете ехать, у вас сообщать будет о камерах и радарах. Если он не нужен, мешает этот виджет, нажимаете на него и просто не сворачиваете, а закрываете. Видите, и iGov без этого виджета. Ну, также, что еще интересно, да, как всем. Вот у нас интегрирована кнопка Google карты с левой стороны, вот здесь внизу по центру. Нажимаем, и мы можем свой объект, базу, смотреть фирму со спутника. Да? Вот здесь лучше будет, если я перейду в само приложение. Так, смотрите, в само приложение. Ставим точку. А выкрасть этот даток. Вот так, не веб-версия, а именно само приложение Google карты используем. И вот у нас уже на Google картах открылось. Здесь мы нажимаем на кнопку и спутник. Закрываем окно. И со спутника уже вид мы можем посмотреть тот объект, который нам нужен. Да? То есть ориентиры и так дальше. Теперь, что еще здесь из инноваций? Когда вам фирма там, либо еще кто-то скидывает на Viber, либо на WhatsApp данные о маршруте, это обычно через Google карты, то есть точку там пишут, либо координаты. Вы приходили в Google, по этой ссылке смотрели и в iGo вбивали данные координаты. Теперь это не нужно, все автоматически. Нажимаем, вот вы открыли, да, куда вам нужно, там поставили вам точку, показали. Мы нажимаем вот здесь поделиться. Вот смотрите, есть поделиться.
Кстати, ребят, открыл так удачно. Вот такой есть мурал. Смотрим. Очень интересный, красивый. Так. И мы нажимаем вот здесь еще раз назад. Поделиться. Больше. Так. И вот Maps to Geo. Видите приложение? Вот как Google картинка. Так, нажимаем. И у нас iGov Prima высветилась иконка. И нажимаем на эту иконку. И данные координаты автоматом перенеслись в iGov Prima. Куда нам нужно? Мы выбрали пунктом назначения и следуем к этим координатам. В принципе, нажали ОК, и нам программа проложит маршрут. Начать навигацию. Так, в принципе, только у нас вот наша программа. Вот. Координаты, и поехали. В принципе, на этом моменте, я думаю, всем понятно, как пользоваться, как смотреть. Опять же, повторю, кому нужно готовые навигаторы, планшеты с навигацией любых размеров, характеристики производителей, заказывайте. В описании будут наши данные, оставлены номер телефона, Viber, WhatsApp, также к этому номеру телефона закреплен. Кому нужно дистанционно установить программы iGov, CGIC Track, TomTom, Prima, без вопросов, обращайтесь, от вас главное наличие интернета. Вот у нас есть TomTom программа, вот у нас загружаются карты в данный момент в TomTom, то есть тоже есть. Поэтому спасибо всем за просмотр. Дальше будем какие-то интересные для вас ролики создавать. Что-то полезное для себя будете новое открывать. Поэтому обязательно ставьте лайки под этим видео, чтобы у нас было больше просмотров. Все наши старания, чтобы мы видели, что вам это нравится. Комментируйте. Можете коллегам отправлять, тех, кто тяжело разобраться с NetGen'ом, да, за этой программой будущее, потому что iGov Prima. Она уже потихоньку, давайте вот так переверну, она уже потихоньку входит, и вопрос времени, когда все пересядут на iGov Prima NetGen. Так, переверну вот так. Поэтому вот обычная iGov Prima, давайте вот так положу. Это обычная iGov Prima, та, которая проста в управлении. Вот. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. То есть, кому нужно, вот эту программу тоже установим. Поэтому, ребята, обращайтесь. Всем ровных дорог.